Кто всех поразил? Конечно, Ямал. Ямало-Ненецкий автономный округ. Вы знаете, с 2003 года делегация Ямало-Ненецкого автономного округа присутствовала на «Зеленой неделе». И даже когда нас не было здесь три года, да, практически, все равно неофициальные, официальные делегации Ямала присутствовали здесь, не теряли связи. И поэтому сегодня вот это самая большая многочисленная делегация Российской Федерации здесь, Ямало-Ненецкий автономный округ, во главе с губернатором, значит, достойно представили Российскую Федерацию, сегодня достойно представлен российский бизнес. Очень важно то, что этот бизнес экспорт-ориентирован. И что очень важно, что и еврокомиссары, и немецкий бизнес это признают.